Бывший глава Юкагирского национального наследия Устьянского района признан виновным в хищении. Следствие установило, что в июне 2015 года он по договоренности со знакомым индивидуальным предпринимателем изготовил официальные документы с ложным сведением о якобы выполненных работах по благоустройству сквера и ограждению свалки в селе Юкагир. Как установили следователи, денежные средства в сумме 226 тысяч рублей, перечисленные для благоустройства сквера, глава потратил на приобретение строительных материалов для ремонта своего дома. Что касается денег на ремонтные работы по ограждению свалки в сумме 175 тысяч рублей, их глава потратил на приобретение снегохода «Буран» для бригадира оленеводческой бригады, у которого паслись личные олени главы. В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину в совершенных преступных деяниях. Причиненный ущерб им возмещен частично. В ходе следствия обвиняемый добровольно вернул 100 тысяч рублей, а также приобретенный снегоход. Приговором суда бывший глава осужден к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда вступил в законную силу.